Да, в принципе, ну, 40 рублей было бы нормально. А вот с 1 июля говорят, что еще возрастет? Возрастет, ну, что, зарплаты тоже, может быть, повысят. Было бы здорово. Хотя бы, чтобы он не превышал уровня нынешнего. Хотя бы, но обещает больше. Это неправильно. Да, ну, не знаю, рублей 30, наверное. Все, потому что в Казахстане даже он дешевле в два раза получается бензин, причем наш бензин. Я думаю, это будет все влиять на цены в магазинах, потому что в транспортные расходы, поэтому отрицательно все же. Когда еще 30 рублей примерно был, это еще терпимо было. А сейчас вот больше 40 уже, ну, недоступно многим людей. Трудно, короче. Как в старом детском анекдоте. Папа, ты, наверное, будешь меньше пить, да нет, мы будем меньше есть. Только и всего.